Ми приїхали з села, Лісники називається, Драгичинський район. Це наш сімейний колектив Лук'яновичей. Співають тут у нас три сестри і дочки, мої племянниці. Пісня «Голуб на дубочку» – візитна картка гэтага колективу, а ён, до речі, існує уже 30 годов. Пісня самобытная, аутентичная, тому одразу вилучила представниць Драгичинского района сярод інших удельников. А яны признаются и опомниться не поспели, як пролетел их зорный час. Упершыню конкурс «Новые имены Беларуси» прошел у минулым годе, причем с таким поспехом, что Федерация профсоюзов, его организатор, не решилась покинуть акцию одноразовой. Тому 2016 год открывая новый новые имены. Сёлета лік удельников иде нават не на сотни, на тысячи. Уже 40 тысяч белорусов поспробовали свои силы. Вызначать таленты, якія годно представить Брэшчыну на республиканском этапе, який отбудется уже у мае, узялося компетентное журы, у склад якого увайшли народные артисты Беларуси, заслуженные деячи мастацтва и культуры, музыканты и композиторы. Для меня это праздник, понимаете? Не знаю, как для них это испытание. Вот, поэтому, естественно, ничего нового мы в этом плане в сидении жюри не выдумали. Поэтому будем судить и будем стараться судить честно, хотя это очень трудно, потому что вообще судить людей, знаете, вот особенно сейчас смотришь другие передачи, где тоже люди делятся этим. Это самое трудное и даже самая неблагодарная задача. В первую очередь определяется степень одаренности, профессионализма, артистичность обязательно должна быть. Если это большие какие-то сводные коллективы, хочется, чтобы это были хорошо поставленные номера, чтобы они были красочные, яркие, чтобы они были смотрибельные. Я думаю, телевидению это тоже немаловажно. Областный финал конкурсу объединил представников 23 працовных коллективов. Это переможцы городских и районных этапов. И они встретились у Палацы профсоюзов Бреста, как позмагаться за путевку на республиканский этап. Это хорошая стартовая площадка, потому что, как показывает практика, финалисты того года – это люди, которые побывали в 57 городах нашей страны в рамках акции «Мы вместе», профсоюзной нашей акции, которая была, проходила на протяжении 2015 года. Это люди, которые выступали на одной сцене с такими российскими уже настоящими мэтрами, как Лев Лещенко, Надежда Бабкина. Я думаю, что эти имена говорят сами за себя, но о конкурсу, я думаю, быть, потому что он воспринимается, самое главное, нашими трудовыми коллективами. У хутким часе пераможцаў абласных этапаў запросяць у сталіцу, дзе з імі будуць займацца прафесіяналы, фіналісты наведаюць майстар-класы і рэпетыцыі, а пасля прадставяць вялікі галаканцэрт, які і завершыць конкурс бягучага сезона.